отлично, все было безумно классно, мне очень сильно понравилось. Ну, я бы еще, конечно, поехала, но в этом году уже не получится, в следующем поеду обязательно. Мне понравилось ходить под парусами, ходить по Днепру. У нас было много экскурсий по разным островам. Мы ездили, ходили в Килиберду, в Тахтайку. Было очень интересно. Как тебе вообще походная жизнь? Жизнь в палатках для девушки – это сложно, наверное. Ну да, было немного сложно, но мне понравилось. Ну, пробовать в жизни что-то новое – это безумно круто. Мне понравилось жить в палатке очень. Понравилось гребсти, понравилось спать в палатках. Ну, классно именно это ощущение природы. Все, после для города. Для чего тебе нужны эти походы, вот именно для себя? Для чего ты пошел в Гардемарин? Ну, просто как бы, ну, во-первых, это как, ну, уроки выживания, во-вторых, просто самому, ну, нравится. И опять же, природа, опять же, то самое. Мы провели сейчас второй корабельно-шлюпочный поход до залива Тахтайка. 25 человек у нас было первого курса, возраст 12-13 лет. Вот, поход прошел хорошо. Погода нам благоприятствовала, поэтому и под парусом хорошо походили, и на веслах хорошо походили. Вот, так что поход, я считаю, прошел удачно. Немножко жарко, но это же лето. Курсанты говорят, что провели какие-то экскурсии по островам. Ну, по островам это ходили мы на веслах, это обычная наша практика, это показывает наши живописные места, все. То есть это не экскурсия, а, скорее всего, на веслах, ну, как сочетание и гребли, и это посмотреть, какие у нас это прекрасные места на Днепре. А экскурсия, это небольшая была в селе Килиберда, там есть отличная церковь, вот памятник Тарасы Бульбы, все. Вот там вот мы получали продукты, нам подвозили свежие продукты, и поэтому на полчасика мы это поднялись, сфотографировались, посмотрели церковь. Там была небольшая экскурсия. Есть ли в планах возобновить походы до Днепродзержинска или до Днепропетровска? Пока в планах такого нету, пока мы ходим только сюда. Причина в том, что для того, чтобы ходить через водохранилище, нужно специальное оборудование. Радиостанция очень дорогостоящая, спасательный плот надувной ПСН-6 тоже дорогостоящий.